Салют, любители пока что редкого и редкостного лоу-фай контента. Ох, разгреб немножечко дела делишки, подумал, что, ну как подумал, он у меня висит все эти месяцы на рабочем столе и в закладках у меня висит то место, где я подсматриваю. Ну я сейчас это уже подсмотрел, Schrödinger's Wanderer. Надо его допроходить, и да, я не смог. Не смог никак за все это время, ну, за все это время я не так уж часто к нему мог обратиться. Сейчас покажу. В общем, тут две вещи с этим узлом, с этой проблемой, как они тут называются. Две вещи, которые я делал неправильно. Я убедил себя за предыдущие попытки в том, что единственный верный способ начинать это начинать с пробуравливания дырки вот здесь. Но нет. Я подсмотрел все-таки. Я не смог сам. Я подглядел четвертый раз за все эти сотни пазлов. Ну, не сотни, сотню и десятки. Надо бурить вот тут. Почему? Потому что второе, в чем я ошибался, я недооценивал потенциал в одной штуке, которую я сейчас покажу. Так, у меня тут это все записывается, да? Все записывается. Вот. Пока что ничего особо не меняется, кроме расположения дырок. Но это ключевой момент важный. Потому что, смотри, я сейчас это даже продемонстрирую. Вот сейчас я захожу на вот эту штуку. На вот эту, которая передо мной. Она, вопреки тому, что можно подумать, отправляет меня, пробивая бревном сквозь стену. Если я горизонтально подхожу на такие ловушки, и стена стоит передо мной, то она не пробивается. Ну, это я знал и раньше. Но чего я не знал, или скорее недооценивал этот момент, это то, что выбитие меня происходит всегда на одно и то же расстояние, поэтому важно, с какой точки начинается движение, то есть где именно в меня врезается бревно, грубо говоря. И это действительно важно, потому что я уже много раз пытался отнести себя вот сюда, чтобы меня выпнуло сюда или сюда. Куда-нибудь. Ну, я либо падаю в воду, либо долетаю ровно вот до сюда, до стартовой точки. Если я падаю в воду, я тоже оказываюсь на стартовой точке, это еще больше запутывает. Поэтому мы сейчас просто вообще используем эту точку для начала движения, чтобы зарядить фигню, надо что-нибудь кинуть на ловушку. Я оказываюсь здесь. Вот. Вот это я подсмотрел. Вот тут я не справился сам опять. И все, что остается сделать, как я понимаю, это нокбэкнуть статую. Вот и все. Так, сейчас надо чуть погромче его сделать, а то я понимаю, что вы все соскучились по музыки из Шерензи Вондерера, да? И по его звукам. Мы посмотрим, что нас ждет дальше. Если ничего не ждет, то и так нормально. Я пока не то чтобы часто что-нибудь выкладываю. Порадуйтесь 3 минутам контента. Ну нет, конечно, сейчас еще что-нибудь попробуем. Close this. Distant goal. Близкая, далекая цель. Что бы это ни значило, сейчас будем разбираться, в чем тут подсказка. Где в этом названии скрыто то, как это делается. Так. У нас тут несколько предметов. Далее. У нас тут какие-то очень сложные пространства. Неизвестно зачем. Еще предметы. И вот тут еще вот так. А толкать сюда. Давайте посмотрим, что нам тут понакидали. Варп Грасс. Она делает что? Давайте вспомним. Телепортирует куда-то на этом этаже. Неплохо. Этот свиток подсказывает нам, что тут будут враги, возможно, или опять это для отвлечения. Extraction scroll. Прочитайте это и выберите горшок, чтобы извлечь содержимое в ваше окружение. Я с таким еще не встречался. Trap Deletion Scroll. Trap Deletion Staff. Железные стрелы. Посох фортификации. Трава восприятия. Вот ее я сразу скушаю.
Посмотрим, где у нас тут какие лагушки есть. И вот такой вот горшочек. Ну, посмотрим. Тут как-то все сложно выглядит, я сомневаюсь, что это что-нибудь сейчас получится. Ну, сюда, судя по всему, надо будет встать. Теперь у нас есть фортификационный став. Мы его используем, чтобы пройти, да? Это же возможно. Так, я, по-моему, сейчас глупость сделал. Тут же не было воды, да? Ну ладно, сейчас мы просто что-нибудь попробуем. И тут какие-то ловушки есть, да? И мне уже, конечно, не хватит никаких фортификаций до туда дойти. Куда меня телепорт? На начало? А всегда ли меня телепортит на начало? Давайте проверять сейчас. Три теста. Да, меня всегда телепортит на начало. Думаю, двух тестов хватит все-таки. Чем меньше тестов, тем меньше расстраиваешься. Не то, чтобы я расстраивался, но это жутко. Тут и протесты на ковид. Нет, тут была водичка все-таки, да? А я... Ну, кстати, смогу ли я разрушить вот это? Надо ли мне? Скорее всего, мне не надо это разрушать. Ну, давай сейчас кое-что проверим опять. Я сейчас активирую эту ловушку. Ага. Чего же мне этот горшок здесь? Вот кто бы знал. Зачем мне варп-трава здесь нужна? Непонятно. Какие тут ловушки вообще есть? Вот это превращает лежащие на земле предметы в монстров. Это меня давит нафиг, это я не помню, что делает. Это призывает монстров, это я не помню, что делает, это я не помню, что делает. Скорее всего, отправляет меня в полет. А тут еще одна бревенная ловушка. Бревенчатая. Ну, попробовать как-нибудь до туда дойти. Но как, когда у меня фортификационных зарядов маловато? Вот не знаю. Не знаю. Мне также, возможно, понадобится здесь все-таки создавать монстров при помощи ловушек и избавляться от них при помощи вот этого вот свитка вакуум слэш скролл. Ой, не готов я к новым сложностям в этих ваших рогаликах японских. Ну, давайте что-нибудь попробуем. Что? Если вот это сделаю, то еще разрушится. Ой, не совсем то, что я хотел. Совсем не то даже. Да, но так меня не пробьет. Вот по-другому. Хочу, чтобы меня туда швырнуло. Возможно ли это, пока не совсем ясно. Возможно ли так швырнуть? Походу нет. Не получится никак. Даже если... Никак. Тогда чё? Ну тогда пытаемся опять туда сходить. Пока больше ничего не передумывается. Ну и все, и тут я вью, nothing came up, потому что нечему. Чего тут такое сделать-то?
Не знаю. Давайте кину сейчас. Мало что опять изменится. Ну-ка. Можно, кстати, и так, да. Но это не то, что нужно. Это мне не помогает. Надо что-нибудь попытаться с горшком и этим свитком сделать. Ну-ка. Нет. Зачем тогда это? Непонятно. Если я могу туда что-то положить... И зачем, если я с этим горшком больше все равно ничего не сделаю? Если его кину, там взрыв случится. А больше ты рассчитывать не на что. Кстати, погоди. Не уверен, что это что-то даст. Нет, точно ничего не даст. Я хотел засунуть варп-траву или этот свиток в горшок и кинуть его. Не думаю, что это зачем-то может быть нужно. Эту ловушку можно удалить, но это опять же ничего мне не даст. Ой. Забавно. Сверху пробивает. Сверху пробивает, это... Наводит меня на мысль. Почему бы не кинуть туда? Тут я, конечно, ничего не сделаю. Но. Раз, два, три. Я смогу туда прийти, и это... Ну, тоже совсем не то, что мне надо. Ну, давайте посмотрим. Даже глупость полная. Несусветная чушь. Вот, я тут. Здравствуйте, госпожа статуя. Я с вами ничего сделать не могу. Это может быть... Стоп. Мне надо эту ловушку с собой, может, уточнить. Хотя зачем? Тут же еще такая штука есть. Вот, точно. Ну как туда попасть? Как же туда попасть-то? Как же мне туда попасть? Могу ли я эту ловушку как-нибудь в горшок засунуть? Давайте пробовать. Будем пробовать все, чего еще не пробовали никогда. Засовывать ловушки в горшки. Есть рис палочкой. Очень многое можно пробовать. Давайте. А если... Ну, сейчас стоп. Мне надо сначала сюда шагнуть. Теперь мне нужно это... А я не могу это поставить. Видимо, на ловушку все-таки нельзя. Да, вот здесь поставить можно, а на ловушку не будьте изволены. Нельзя. Чего бы такого предпринять-то? Уже стыдно, что запись начал. Нечего показать. Только тупик. Тупик в японских головоломках, типа Сокубан. Только посложнее тут все. А если тут здесь что-нибудь придумать? Нет, тут я так не пробью. Радиус взрыва недостаточно велик для такого. Да, туда я не дойду меньше, чем за три порта. И зачем мне стрелы здесь? А, о, кстати. А если я сейчас стрелу кину?
как бы выстрелил. Так, где она? Ага. О, так, вот с этим надо уже думать. Тут и кое-что могу, да, получается. Стрел у меня более чем, поэтому буду их использовать. Вот если сейчас пульну, оно попадет на эту ловушку, и это мне совсем не надо, потому что это забирает у меня все предметы. Так, сейчас нас что-нибудь придумаем. Не сегодня, так через еще 3 месяца. 2, 4, 6, 8, 10. Могу попасть на вот это. Но нет, не надо на вот это. Не то чтобы я знал, куда мне вообще что-нибудь надо. Попадаю на это. Раз, два, еще два шага. Два шага. Пуляю. Внимание. Бах. Появляются враги. Я их осматриваю. Жуткие, отвратительные монстры. А что они могут мне сделать отсюда? Они что-нибудь могут мне сделать отсюда? Они, по-моему, умеют. Они умеют перемещаться по воде некоторые, да, как минимум некоторые из них могут по воде. Сейчас я его жухну. Ой, это их не убило. Я молодец, да, я умный. Ага. Смарт. Бол. Этот сейчас. Накидаю всякого. Не знаю зачем. Подстреливаюсь от краба. Ой, мамочки, сейчас он меня закрабастает. Опа, опа, видели, какой этот называется-то? Как каламбур, во. Каламбур. О, так. Вот это что произошло? И почему? Мы наступили на какую-то новую ловушку, которую не было видно. А чё, а так, ну, стоп. Вот это уже интересно. Вот это очень интересно. А как бы мне... Мне, во-первых, надо запомнить, с какого расстояния пулять стрелу. Это пока не совсем для меня понятно. Не запоминал. Почему я это не запомнил? Потому что я этого не запоминал. Good answer. Stupid question. Предположим, что с середины я сейчас сюда кину. Сколько они летят? Тут написано? Нет, не написано. А можно сейчас посчитать? Раз, два, три, восемь, девять, десять. Мне надо на 10. Летит она на... На 9. Сейчас полетит куда надо. Нет? Еще разок. Или это не работает, пока я не увижу ловушку? Очень интересная концепция. Ха, да, действительно. Кто бы мог подумать. О, сейчас другие монстры, смотри, в другой комбинации, точнее. Как бы их скучковать? Я бы хотел их скучковать. Ты ж уже не выйдет. Давайте что-нибудь попробуем. О, господи, как это вышло? Почему? Вот мне непонятно, почему так происходит. Надо еще попытаться что-нибудь сделать. В целом-то я уже нащупал какое-то движение. Что верное? Что-то надо пробовать. Давайте. Все-таки оттуда же, да.
Ну-ка, какие сейчас монстры? Вот опять та же комбинация. Я могу использовать варпграсс, чтобы от них утелепортиться на начало. Нужно ли мне это? Не уверен. Давай попробуем. А бы что пробовать сейчас вообще? Не так важно. О, господи. Они меня, видимо, телепортят к себе. Это не какие-то новые ловушки. А как мне от них избавиться? Мне от них главное избавиться. Ладно, крабы. Они так не делают. Они настолько бесчестны. Ну чё? Убегать смысла нету. Это опять не скучковано. Но главное, что вот эти стоят впереди. Мне надо как-то успеть сделать и вот это, и кинуть горшочек. Можно, да? Давайте. Ровер. О. Ага. Ишь, что вышло. Я не знаю, правда, зачем это вышло. И поможет ли мне это? Но тут вопрос не в этом. Вопрос тут не в этом. А он полетит ко мне? О, он полечился. Он полечился. И он пришел вот сюда. Он сможет меня достать в любой момент, когда я выйду отсюда. И поэтому что мне надо сделать? А Шут его знает. Сюда я уже не знаю, как попасть. Очень интересный вопрос. Не, ну тут я точно в тупике. Тупикте. Выходи сюда, будем сражаться. Постукал меня за мой поступок. Не, надо что-то думать, значит, другое. Не то, что я делал, не думая. Какие у нас варианты? Здесь я со стрелами ничего не сделаю. Варпграсс мне тут не поможет. Персепшн грасс съем. Толку больше от этой штуки никакого. Я могу сейчас же удалить все ловушки. Это мне никак не поможет. Я не понимаю, зачем экстракшн скролл. И нужен ли он мне. Я могу что-нибудь сныкать в этот горшок. Ну, не вижу зачем. Совершенно. Хоть, как говорится, убей. А, стол. Погоди. Я могу сохранить себе один заряд фортификационного. Посоха. Вот таким образом, смотри. Бам. Биг бадабам. Би барабан. Биг бадабум. Вот так.
Я не уверен, что тут есть какая-то определенная разница в том, куда я это все поставлю. Но. Вот я здесь. Here I am and I'm still living, как было в песне в одной альтернативной рок-группы 2000-х, я не помню, кто это. Это там Here I am and I'm still living. Это, не знаю, Папа Роуч какой-нибудь, там что-нибудь такое. Я когда-то слышал Папа Роуч в своей жизни. Как многие из нас. Многие из нас, особенно люди близкого ко мне возраста, я думаю. Так, что у нас тут? Knockback stuff. Это хорошо, нам понадобится, когда мы окажемся внизу. Seal stuff. Посох тюленя, как его можно перевести. На самом деле это не то. Вот, я могу кого-то избавить от специальных атак. Например, вот, ну, я не знаю зачем. Я могу. Inaccurate bracelet. Что зачем? Когда вы носите это, стрелы, которые вы стреляете, и предметы, которые вы бросаете, больше не попадают по целям. Интересно. Это все еще больше усложняет, но я не уверен, что мне это действительно нужно. И волклип браслет. Вот, это мы уже знаем. Можно проходить через стены, но получая урон. Итак, кто мне поможет? Тоже мне поможет здесь. Давайте думать. Как было в мультике про Джимми Нейтрона. Вот, думай. Сейчас картинка такая. 3D погружение в мозг через ухо. По ТНТ у нас показывали. Когда я в среднюю школу ходил. Ну, смотри. Я могу пройти через вот эту ямку, оказаться здесь, и что я могу с этим здесь сделать? У меня нет посоха слапов, всяких слапов. Я не помню, что делают эти ловушки, не уверен, что хочу проверять. Вот это, видимо, что-то стрелами пуляет, что ли. Не уверен. Не, мы давно не виделись, да? Куда нам спешить? Давайте поэкспериментируем. Это ловушка снятия одежды. Страшно, но ничего мне не сделала. Это... Да, это стрела. Еще и отравлен. Я отравлен, но уже, видимо, нет. Быстренько я отпрошу. А это меня выпуливает. А, нет, это просто Big Explosion. После которого я даже выжил. Это меня, видимо, прощают какие-то глупости. Ну, то есть, смотри, да? Не долетаю. Давай тогда что-нибудь другое пробовать. А, тут я все равно не могу пройти сквозь стену, потому что тут провалы. Бездна. Тут не прилегает это туда. К сожалению. Так, надо думать. Если это, оно меня отшвырнет каким-нибудь развеселым образом, наверняка, если я нацеплю сейчас браслет. Давай попробуем. Ради веселья чисто. Оп, ага. Забавно. Забавно, но бесполезно. Что бы сделать-то? Ну вот я тут, да. Сил став. Не знаю, зачем. Вот как мне оказаться там? Пойдем ближе к туда, чтобы думать, как оказаться там. Если так не долетаю, то так. Тоже не долетаю. Как же быть? У меня куча предметов осталось, которые я не знаю, как использовать. У меня понятен принцип их действия, но я не знаю. А, стоп.
Стоп. Как это работает? Давай-ка посмотрим. Есть идея, есть идея. Ладно, надо это снять. А куда эти стрелы у меня уходят? Я просто хотел попасть в ловушку. Не, так не выйдет, да? А, горшок я уже потратил. Без него я бы сюда не попал, точно. В туалет пора уже. Ну так, давайте попробуем снова. Товарищи геймогулики. Что можно еще сделать? Как я могу туда попасть, не тратя все фортификационные заряды и не тратя горшочек? Нужно ли мне не тратить горшочек вообще? Где мне может помочь? Где мне может помочь браслет для прохождения сквозь стены? Непонятно. Ну. Давайте кое-что еще тут опробуем. Так, это меня выкидывает, да? Меня выкидывает. И это не то чтобы даже плохо. Это пока никак абсолютно. Я могу сюда поставить фортификацию, да, но тогда я туда не попаду, опять же. Тогда я не попаду туда, мне туда надо. Или пока нет, погоди. Там же больше не было фортификации. Был один свиток, ой, посох нокбека, другой чего. А другой я не помню. Другое, я не помню чего. Ну, давай посмотрим чего. Пока что мы тут пробуем, что можно сделать. Вария. Вария. Ваве. Мне бы на самом деле даже оставить еще один заряд, чтобы поставить здесь стенку. Хотя нет. Толку от этого не будет никакого. Мне нужно будет что-то... Но непонятно что. Как мне достичь нажимания на вот эту кнопку, стоя здесь? Можно ли врага для этого использовать? Можно попытаться монстр туда. Но я вот чуть не уверен, что они ходили тогда по ловушкам, но это ничего не давало. Сколько я помню. Что же можно сделать? Ну, не знаю. Что-нибудь попробуем, и пока на этом все. Я не чувствую себя готовым к каким-то супер серьезным размышлением сейчас. Как я могу
Ну вот, если оставлю что-нибудь здесь или здесь, чтобы подождать, пока ко мне придет монстр из предмета, оставленного на земле, но мне же надо будет вот эту ловушку активировать каким-то образом. С чем? Чем? Некак и нечем пока что, да? Куча сил стафов, и не знаю зачем. Бэкстаф. Много вопросов каких-то возникает. Ответов пока ноль. Прогуляюсь. Гуль, 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 гуль. Ладно, это я сломал. Не веду зачем. Непонятно. Непонятно, как же так вот сделать. А если я вот... Это никак не повлияет на мой полет. Но, видимо, нет. Не знаю, что могу здесь сделать. Маловероятно, что вообще что-нибудь могу. Не нужно. Ой, в воду булькаются все. Никаких шансов, что сюда попадем, да? Очень жаль. Вот ведь загадка. Вот ведь пузель. И это тут зачем? Ну, с другой стороны, в предыдущей загадке тоже ловушки не были нужны. Кроме одной, вот такой же. Не долетаю, не долетаю. Две клеточки не долетаю. Вот именно столько, сколько мне нужно, чтобы... Чтобы отсюда пульнуть. Может, все-таки есть смысл на ловушку стрельнуть? Ой, чё она туда не пуляется? Ага, о-о-о-о-о. Те же самые? Ну, один тот же самый. Чтоб сделать. В идеале нужно, чтобы вот этот чел стоял вот здесь. И я при помощи такого браслета неметкости пульнул в него стрелой. И я не думаю, что это возможно из этой позиции. Однако. Однако, здравствуйте. Не выйдет так. Что же сделать-то можно? Пока, видимо, ничего. Пока ничего не придумал. Поэтому буду еще потом думать. Так, смотрите, где я оказался. Гейма голая. Сейчас покажу, как.
У меня, ну, сколько я еще, не знаю, минут 10, может, посидел после первой части ролика. Думал, что можно сделать, и сейчас я последовательно покажу, что я придумывал. Сразу траву съедим. Вот, во-первых, я полагал, что нет смысла тут что-то взрывать, потому что весь этот ряд я не взорву, но сейчас я покажу, сейчас покажу. Весь мне не надо, потому что... Ну ладно, если все равно сейчас буду последовательно это делать, я же хочу показать все в процессе. Это будет немножечко неправильно, но я хочу, чтобы было видно, как я к этому пришел. Весь процесс мысли, так сказать. Вот так, все вроде неплохо, сюда тоже никак больше иначе не попадешь. И вот тут я вставал перед чем, перед какой проблемой. Вот здесь я не долетаю две клетки, отсюда я не долетаю две клетки, если вот там наступаю на эту штуку. Я подумал, может быть, тут поставить вот эти фортификации и кинуть уже что-нибудь, чтобы оно упало вот сюда, упершись в стену. Ну нет, тут я тоже не долетаю, но я долетаю отсюда, потому что тут расстояние недолета всего две, да, две клетки, а там аж три. И сейчас я покажу, как можно это решить, не принося никак туда волшебный четвертый, пятый даже ратификационный заряд, потому что мне здесь все-таки нужно взорвать кое-что. Сейчас траву съедим, чтобы если что не наступить куда случайно. Вот, все-таки тут оказалось, что сделать-то можно то, что я хотел, но не там, а и там, и тут. Я тут головой сейчас направо и налево показываю. Не видите, конечно. Неважно. В общем, и там, и тут. Да тут я долетаю сюда. Тут я собираю всякий мусор, потому что он мне не пригодится. Здесь я ставлю стеночки. И отсюда сейчас я спокойно себе долечу. Вот так вот это делается. Вот так вот. Посмотрим, что дальше. Наверняка опять какая-нибудь затычная головоломка на 40 минут, и я, конечно, не буду это все так растягивать. Ах, кофеечек. Зинпот, спасибо. Нет, спасибо, я не хочу. Давайте у меня следующую проблему. И у нас осталось всего 3 страницы, то есть 15. 15. Из 125 осталось всего 15. Задач. А, нет, их тут по 6 штук. То есть осталось 18. И не из 125, а из 150. Давайте посчитаем. Сейчас калькулятор даже открою, чтобы лишний раз мозг не утруждать. Извините, что я сейчас это уже как основу отходить готовиться надо. Я тут сижу, считаю все. 6 умножить на 25, да, 150, правильно посчитал. Зря сомневался в своих расчетах. Используйте все специальные трейты, называется. Галявалялемка. Галявалялемка. Ну, о, господи, что ты, боже мой. Специальные трейты врагов, я так понимаю, надо использовать. Но я не знаю, как о них читать. Я не помню, кто из них какими трейтами обладает. Ну давайте начнем с этого. Perception раз. Тут будут ловушки, да? Да, ловушка как раз перед тем, куда мне надо. Ой. Деревянная стрела. Посох клонирования. Парализис став. Тут я сейчас ничего не сделаю. Мне бы туда как-нибудь, а как? Я не знаю, как мне туда.
Ну, ты что делаешь? Я в тебя сейчас скину посох. А, ой, извините, я не то хотел. Вовсе не то хотел сделать. Вот ты что делаешь со стрелой? О, он кидает стрелу туда. А сейчас ты что делаешь? Так, давайте для начала... Там тут еще и ловушки есть. Тоже, наверное, можно использовать. Я его парализую на всякий случай. Мне надо куда-нибудь спустить этот лишний заряд сейчас. И кинуть. А, ну все равно он же сработает именно так. Ладно, бесполезно. Дело. Ну что вот это делает ловушка? Исцелить монстра ловушка. Не, ну тут явно нужно было делать не это. Сейчас посмотрим, что еще можно. Попробуем варианты, так сказать. Да, если я в тебя кидаю стрелой, что ты с ней делаешь? Он ее выплевывает и получает силу атаки. Дополнительно. Не то, что надо. Давайте мы его парализуем. Ты не то опять сделал, да? Ладно. Ничего не происходит. Какая-то ловушка. Explosion. Это мне добавляет место. Это мне добавляет место. А ты что делаешь с предметами? Ладно, пока ничего. Сейчас попробуем кинуть стрелу этой мыши. А вот что сделаете, интересно. Давай, лови. Ой, нет, она просто убивается. Думаю, не то, что надо. Так, давайте мы на минуточку еще почитаем повнимательнее об этом посохе. Не совсем понятно, что можно сделать. Вот это я не переживу, да? Да, это я не переживаю. И по этому поводу не переживаю, кстати. Все, еще не уверен, что делаю все правильно. О, его взрыв убивает, отлично. Это то, что я хотел. Не уверен, зачем. Не уверен, зачем это мне. Но я могу клонировать вот этого, не знаю, для чего. Все, теперь он как бы как я. А можно его вернуть вниз? Опять же, не уверен, зачем. Вот он кидает туда, он становится другим. Что бы он сейчас ни делал, делает ли он то, что мне нужно? Не уверен. Непонятно. Чё бы мне... Надо попробовать дать ему не стрелу туда кинуть, а... Я не знаю, что. Чем можно пришибить там мышь? Посохом пустым каким-нибудь, не знаю. Давайте повторим пока те же движения.
Не уверен, что делаю все верно. Ну давай. Вот травой можно мышь прибить? Почему он в меня кинул? Когда это не в меня? Посох. Ну тут придется постоять, конечно. А стрелу он кинет туда, да? Нет, тоже у меня. Как-то определяется, в какую сторону он что кидает. Знали бы. Так, ну давайте. Сейчас я попытаюсь тебе это кинуть. Ты всегда получаешь силу атаки из-за этого, да? А если вот это? Еще прибавляет силу атаки. Ясно, это не то, что надо. Но нужно использовать все штуки. Что же делать? Нужно ли его клонировать? Кого еще? Нужно ли парализовать мышь? Это зависит от того, куда он смотрит, собственно. А как это можно изменить? Вот так? Ну-ка, давай. А как мне влиять на то, куда он поворачивается? Могу ли я на это влиять или надо ждать, когда он сам развернется? Загадка, конечно. Мне кажется, он смотрит туда, где находится жаб вот этот. Ой, я оставишь живым после такого, ничего себе. Нет, он смотрит туда, где я. Поэтому мне нужно клонировать мышь. Все понятно. Бесполезно, конечно. Так, вот и с этим понятно. Склонировать мне нужно как минимум мышь. И как минимум один раз. Ну, то есть я больше и не могу. И там есть ловушки, которые что-то делают. Я могу сейчас же использовать посох паралича, сейчас же использовать ловушку, чтобы его уничтожить. А сколько мне это надо вообще? Давайте попробуем опять так. Клонируем. Парализуем. Вот что он сейчас делает? Как это узнать? Ничего нового, боюсь, он сейчас со мной не сделает, потому что я делаю то же самое.
Как бы мне туда? Что тут надо еще? Нужно ли мне оставлять в живых вот этого жаба гигантского? Что мне с ним делать? Сейчас что-нибудь придумаю. Вот, я его сейчас парализую. Сначала клонирую, потому что слишком близко подошло для того, чего я хочу попробовать. Если он же докинет до туда, да, нормально? Он же все до туда докинет, что нужно. Давай попробуем. Ой, ладно, не то, что я хотел. Чего я хотел вообще? Так у него уровень не прибавится. Понятно, что мышь-то у нас для экспериментов. Как лабораторная крыса, только мышь. Больше с ней ничего не сделать. И как мне попасть туда? Вот туда. И что там? И как мне оказаться здесь? Миллион вопросов. Как на них отвечать, непонятно. Ну, положим. Опять туда кидает. Уже клонирован. Так. Он изменился. Неизвестно, что с ним случилось. Как же туда попадать? Может, тут тайный ход есть? Не, ну вряд ли, конечно. Кстати, может, тут тайный ход есть? Если где-то тайного хода нет, не значит, что его нет где-то в другом месте. Так ведь? Опять. Еще непонятно. Как бы сделать так, чтобы понятнее было? Так, я могу два раза кого-нибудь клонировать. И мне нужно это использовать для чего? С мышью могу убить, кинув стрелой, но я не знаю, зачем мне это надо. Жабу я могу усилить, но я не знаю, зачем мне это надо. Клонированные монстры сначала целятся в других монстров. Что бы это ни значило. Я могу дважды кастовать паралич и один раз его кинуть. Но зачем? Что мне это даст? Тебя я клонировать могу вообще? Могу. Так. А если... А, нет, не могу двух. Не могу двоих сделать.
Что будет, если я сейчас тебе кину стрелу? Она тебе один урон нанесет. Ладно. Один урона не ноль, но не то, что мне надо вообще. Мне вообще его уронять, наверное, не нужно. Он пытается вот туда куда-то пройти, да? Держится. Нет, он не держится, ничего не делает особо. Как бы мне туда? Очень непонятно. Сейчас я не уверен, что вообще делаю. Кстати. Чтобы сюда пульнуть. А, так ловушка не сработает. Надо траву съесть сначала. А, и она выпуливается оттуда. Не, так не пойдет, значит. Как бы мне убрать ловушку сейчас? Я могу клонировать чувачка. И подождать, пока он туда придет. Но, да, он раньше меня стукнет. Не, я пока не буду это пробовать, а лучше как-нибудь потом. Кстати, ребятишки, я же публично забыл поделиться идеей, я же просто, ну, все знают, что я по профессии изобретатель, а не инженер, и поэтому реализацию идеи оставляю ну, кому-нибудь из вас. Потому что я думаю, что среди моих зрителей есть кодировщик перегружен. Окей, сейчас, секунду, есть инженеры какие-нибудь? Инженеры, технологи. Еще кто-нибудь. Сейчас что-нибудь закрою, что можно без особого ущерба для жизни. Вот, где в следующем? Я подведу сейчас, так же как подводил к решению предыдущей головоломки издалека относительно. Недавно тут у нас состоялось такое баловство разговорное, посвященное тому, что роботы-пылесосы недостаточно хороши для современности, им нужно научиться по стенам лазить, со стола убирать, всякое такое. И недавно действительно оказалось, что это было предсказание сработавшее. Google стал использовать роботы, которые не только пол пылесосят, но и со столов убирают, и вообще наводят чистоту повсюду, где только можно. Кодировщик, успокойся. Спокойно, кодировщик. Можно. Можно не быть перегруженным, пожалуйста. Вот, но это не про этих роботов. Идея у меня. Я потом задумался, какие же предметы обихода, вещи бытовые, потеряли незаслуженно свою популярность. И я подумал об урнах-плевательницах, некогда очень распространенных в новое время. Особенно один из предыдущих китайских лидеров аж до 90-х ими пользовался, но перестал, потому что засмеяли зря, очень зря. Потому что, ну, так или иначе, некоторые люди иногда там плюют, отхаркивают что-нибудь. Вот я, допустим, человек, который время от времени должен выводить из организма выделение из гайморальной пазухи. И робот-плевательница — это отличная идея была. Только вот она чувствует, что надо, и вот так вот подъезжает, и я туда сплёвываю. Еще пришла в голову идея о том, что могло бы устроиться такое соревнование между особливо умными роботом-плевательницей и роботом-пылесосом для влажной уборки. Они спешили ко мне на перегонки, и в зависимости от того, попаду я в плевательницу или нет, достанется работа робота-пылесоса для влажной уборки или нет. В общем, незаслуженно забытые плевательницы я вспомнил.
А сейчас я попытаюсь все-таки решить этот пузырь, потому что я тут кое-что обнаружил. Сейчас только надо. Я не пробовал еще это все-таки сделать, я только кое-что нащупал, сейчас покажу. Заново давайте. Трехминутное вступление прошло успешно, можно и... Так, вот. Я его сейчас остановлюсь здесь, потому что, скорее всего, мне тут понадобится. А, в чем тут загвоздка? Сейчас. Сначала мне надо вот от этого избавиться, по-моему, все-таки. Так, прям... Ой, я случайно наступил на ловушку. Блин, ладно. Тут суть в том, что я искал тайные ходы, бьющиеся стены, да не там. Искал, да не там, где они есть. Господин, мне нужно тебя остановить на какое-то время. Не обижайтесь. Так, мышь становится как будто бы моим клоном. Она уничтожается, да? А теперь моим клоном становится вот этот господин. Ой, знаешь зачем? Сейчас покажу. Мне его надо подманить сюда. Ну, не знаю, на всякий случай, чтобы уж точно все сработало. Сейчас я подожду, когда он подойдет на этот уровень. О, да? Нормально? Подойди, пожалуйста. Я просто... Да, не вышло. Дотянул, ну ладно. Не буду ждать, когда он подойдет именно туда. Не так важно, по-моему, все-таки. Так, паралисис. Клоне. Стрела. Этот минус. Теперича. Теперича клонируется вот этот господин. Ну, давайте сейчас травичку тоже съем сразу, чтобы не забыть, где тут ловушки. Я его клонирую. Так, бросаю. И теперь тут оказывается все-таки была тайная стена. Ну, не где-то здесь, не где-то здесь. А вот прям вот этот участочек, этот аппендикс. И тут открывается проход. И давайте сейчас следить за тем, что будет делать этот маленький чувачок. Маленький чувачок. А ты что не делаешь ничего? Как же он тогда пошел и... Забавно. Во, он остался, да, отлично. В другой раз у меня вышло так, что... Немножко по-другому вышло, но нормально. Но это свиток паралича. Нет, это не то, что мне надо. Мне нужно, чтобы он кинул в моего клона посох удаления ловушек. Вот как тут все устроено. Сейчас попытаемся снова, значит. Ой. Не то сделал, но... Это абсолютно не важно, мне кажется. Что мышь мне тут в итоге не нужна, по-моему. Ой, ладно, неважно. Будешь кидать? Или мне надо вот так сделать сначала? Траву поднять сначала? Не знаю. Что мне нужно сделать, чтобы она это сделала? Вот сейчас он пошел. Ладно.
Давайте думать. Что я делаю не так, как было тогда? Мне, наверное, не стоит его сразу клонировать. Я не уверен, зачем здесь нужно мышь. Предположим, оно понадобится. А, ну да, он же не стал вот этим новеньким. Точно. Не уверен, нужно мне все-таки его клонировать или нет. Давайте попробуем. Во, да, отлично. Все, теперь мне нужно подождать, когда он сюда придет, чтобы его бомбануть ловушечкой. А можно ты сюда придешь, чтобы я бомбанул тебя ловушкой? Давай немножечко посодействуй. О, давай, отлично. Сейчас из него вывалится. Да. Вот так это делается. Тут сейчас ловушку уберу, на всякий случай ее проявлю. А то мало ли. Маури. Маугли. Все, давайте следующую загадку посмотрим. Следующую судоку, следующую проблему, как они тут называются. Amazing, да, действительно. И, наверное, свиток земли мне дали награду. Тоже неплохо. Fly with the log, как говорят американцы. Лети с бревном. Примерно то же, что за прошлый, позапрошлый, если не надо было делать. Ой, ой, мамочки, ой, какое тут все большое. Два посоха, какой-то скролл. Я могу долететь, наверное, отсюда. Там будет свап или пин какой-нибудь. Пин став, пининг став это называется. У нигери зачем-то здесь. Мне надо попасть будет сюда. Либо сюда, и если будет свап, то будет свап. Staff of Sacrifice. Чё как? Чё это такое? Так, потрясите посох и лесной бог, который был принесен уже... Что? А, потрясите посох и лесного бога, принесенного в жертву, чтобы заставить его навлечь божественную ретрибуцию на вас. Не совсем понятно, что из этого я должен извлечь, ну да ладно. Какой лесной бу? Чё? Не вижу ни одного. Ну давайте, что-нибудь. А, о! Он меня, ага. Интересно. Это меня, значит, вот так делает. Понято. В общем, в левый бок бьет всегда, да? А это у нас Mate Scroll. Что-то новенькое опять. Прочитайте это, чтобы получить хорошего мейта, пару, друга, партнера, напарника. Так, эффект, который вы получите, исключительно зависит от того, кого вы получите. Жесть. Why so сложно? Ну, давайте почитаем, я просто не знаю. What? Mate Scroll? О, нет! Это не Fate Scroll. Это Mate Scroll, кломп, кломп, кломп. Какие-то японские шутки, видимо. А, ваше будущее сужено появилось из ниоткуда. А, какой-то молодой человек говорит: Marry me, женись на мне. То есть он думает, что я из... Ладно, YouTube может наругать за такое. Не буду говорить, из каких я.
Так началась свадьба края и молодого человека. Что за японские шутки? Монстры благословляют их. Так, и молодой человек приближается для поцелуя. Смуч. Ой, я получил критический урон. Топ-топ-топ. Молодой человек, теперь суженый края, исчезает где-то там, где-то. Вообще не понял, что произошло, но... Ну что поделать? И ничего из этого не вышло. Ничего-то я и не получил, да? Ага, до туда я не долетаю. Дичь какая-то. Отсюда я никуда не долечу, скорее всего. Вот туда никак. А, нет, сюда вполне себе, кстати. У меня заряды кончились, я сразу же понял, как это работает. Ага, а туда уже нет. Давай теперь запустим. Посмотрим, что можно сделать с этой пузелью. А куда я потратил фортификационный? Сюда, что ли, да, чтобы пройти? Не помню. Нет. Я его тратил, чтобы добраться до свитка, точно. Все понятно. Давайте пробовать далее. Жух. Нужен ли мне этот свиток? Возможно, нет, кстати. Жух. Так. Вот вниз я уже не могу, да? А вот если по диагонали. Так бывает? По диагонали. А, я могу тут форт сделать, да? Давай попробую. Сколько мне там всего одного не хватило, да? Одного тайла, одной клетки. Да, действительно. А тут я долетаю? Так, подожди. Я сюда пролетел. 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, 10. Ой, я тут окажусь. И куда я отсюда денусь? Ну, ладно, подумаем. Возможно, вниз. Здесь нет, стены. Ой, ладно, будем пробовать. Не туда, блин. Меня коллапснуло об стену. Ну, когда впервые в жизни встречаешь такой посох, то можно и забыть, что он тебя жахает всегда в левый бок почему-то. В сердце. Инмахат. А, отсюда я... Отсюда я никак никуда больше. Придется использовать фортификационный свиток. Скорее всего, да. Ну-ка. Так. Куда я могу отсюда? Ну, сюда вряд ли, да? Сюда маловероятно. Сюда, но фиг знает. Ничто не предвещает, но мало ли, да? Нет, видишь, никак. Если вот отсюда начинать? Можно. Можно попробовать. Так и сделаем в следующий раз. Давайте-ка. Расходуем фортификацию. Right now. Блин, не то нажал. Нажимаю, что попало. На что палец попадают, на то и нажимаю. Это сет, а это вейбер. Так, в левый бок мне, пожалуйста, бревно.
Звучит смешно. Ясно. 7, 8, 9, 10, стоп. Раз, два, три, четыре. Нет, так никуда не прилечу, куда бы мне хотелось. А ну вниз, а отсюда? Сюда, а отсюда? А отсюда уже фиг, да? Вот тут бы опять фортификационный посох мне бы помог, чтобы сюда вот попасть. Ну ладно, ладно. Непонятно. Точно сюда никак? Да нет, вроде можно, что-то я как-то это... А, нет, нет. Все-таки нет. Все-таки нет. Дог Анигири, это что значит? Такое тоже не видел. Вот дог сидит, кстати, смотрит на меня языком. Нос лежит. Таким видом, будто только что лизал что-то неположенное. Так, это еда для гигантской собаки. Люди могут съесть это, чтобы восстановить их сытость. Люди, которые съедают это, будучи максимально сытыми, увеличивают свою максимальную сытость. То есть это бесполезная для меня вещь получается. Но я съем. То есть я не съел, у меня... А, нет, я съем. Вы съели это, и ваша гордость как человека была ранена. Из-за того, что съел собачью еду, я пострадал в каком-то нравственном смысле. Хорошо, что в игре это никак не отображается абсолютно. То есть я свободен от последствий в этом случае. Так, куда я могу отсюда? Отсюда мне некуда. А сюда... Тоже некуда. Куда же мне можно-то? Только что сюда. Отсюда я бы куда опять мог? Фиг знает. Чё-то это. Чё-то пока не выходит. Давайте дальше думать. Пробовать варианты. Ну, немножко. Сколько? Вот, еще полчасика, и кодировщик перегружен, тем более. Иногда бывает. Так, отсюда я куда-нибудь могу? Так, стоп. Что насчет... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет. А вот до этой. Мне нужно два заряда фортификационного посоха для такого маневра. Как бы вот сюда попасть, что тут лежит вообще? Я могу отсюда попасть туда, да? А сюда я могу попасть? Отсюда. Ну, давайте попробуем. Интересное пузеля. Так, вот отсюда, да? В левый бок мне, пожалуйста, бревно. Отлично, спасибо. Так. Сюда, да, мне надо? Ага, indeed. Давайте в левый бок бревно надо. Следующее. Здесь у нас драма став. Посох драмы.
Помашите, взмахните этим посохом, чтобы увидеть грустную сценку. Если вы кинете этот посох в кого-нибудь, то слезы, заполнившие их глаза, сделают их совсем слепыми. Окей. Окей. Японцы, рогалики. Так, кстати. Нет, тут я никогда не смогу. Ну, я смогу сюда. Но это как бы на этом мои полномочия тут все будут. Куда бы мне отсюда можно было? Еще из неиспробованных. Мест, направлений. Я даже не знаю, что мне делать с этим посохом. Я могу его помахать. Грустная сценка. Старый человек говорит. Зима близко. Белый снег спускается на землю. Скоро ты встретишься с гололедицей. О, дедушка, отвечает девочка. Твое каламбурение так себе. Надо поработать над ним. Ну, тут тем более. На английском вот это все. С японского на русский. Женщина говорит угх. Мужчина говорит пфт. Копа говорит до-хо-хо-хо-хо. Видимо, смеется. Конец. Окей, понятно. Японцы. Куда же я могу? Ну, уже никуда, думаю. Давайте заново. Тут, я думаю, только пробовать, перепробовать, если ума не хватает понять сразу нужный маршрут. Откуда я, вот куда я отсюда могу, кроме как сюда попасть? Вообще надо не так, вообще надо отсюда смотреть так вот. Но тут я никак не окажусь. Хотя стоп. Хотя я могу оказаться здесь, возможно. Как? Только как? Давайте думать. Нет. Там вот я не окажусь. Что я уже лишусь фортификационного свитка. Посоха, то есть. Окей, это не вариант. Дальше смотрим. Где бы можно было оказаться? Тут я вообще никак не смогу быть. Он здесь. Смогу ли я быть здесь когда-нибудь? Я был когда-то здесь, кстати. Да? Что я для этого делал? Отсюда. Так никак. Тоже тут так никак. Вот здесь можно оказаться как-нибудь. Не очень. Вот тут бы оказаться, но опять же я лишусь фортификационного посоха. А он мне нужен будет, чтобы здесь штуку поставить. Да, ладно, другой вариант рассмотрим.
Ну, как-нибудь оказаться здесь или здесь. Вот я могу отсюда туда попасть, кстати. Я там уже бывал, но я не помню. На что я тратил перед этим фортификационный свиток. Ой, посох. Почему я всегда свитками называю? Потому что став на S начинается. Так же, как и свиток на S. Давайте посмотрим, сюда я попадаю. О, сюда я попадаю довольно легко. Пропишите мне в левый бок, пожалуйста. Пропишите мне в левый бок, пожалуйста. Пропишите мне снова в левый бок, пожалуйста. Все, я на месте, да, использую. Вот, став. Точно. Да, использую форт став сюда. Точно сюда, погоди. Не на одну выше надо было. Все. Блин, ай, дурак. Не так повернулся. Надо же левым боком. Надо же левым. Ну все, короче. Короче, все. Пробуем такую схему. Схемотерапию. Но убедимся заодно, что мне нужно отсюда идти. А вот и нет, да, нужно повыше. А я не смогу, кстати. А вот это уже невозможно. Это решительным образом невозможно. Потому что по диагонали он не ломает. Как мы все знаем. Вот так вот. Сам себя обманул, считай. Смотри. По диагонали не ломается. Окей, дальше тогда думаем, как еще можно сюда попасть. И что здесь? Не узнать. Вот отсюда можно узнать, что там. Нет, отсюда тоже не узнать. Откуда можно узнать, что тут лежит? Отсюда. Здесь я никак не оказываюсь, да? Да, здесь я никак не оказываюсь. Так, стоп. А, тут у меня одна лишняя клетка получается. Здесь тоже, ну точнее, одной не достает, я одну перелетаю в этом смысле лишнее. Так же, как и здесь. Чё бы тут придумать? Да, надо пробовать. Ладно, я пока не буду. Потом к вам вернусь, когда перепробую все, чтобы не занимать слишком много вашего времени. Потому что это одна из самых главных ценностей, которые я выделяю. Это одна из самых основных вещей, которые я ценю. Это время другого человека и его свободу и ответственность распоряжаться им так, как это было бы лучше всего в данный конкретный момент. И это уж точно не просмотр моих роликов. Поэтому на этом мы пока закончим. Всем спасибо, кто ко мне вернулся посмотреть на мои японские приключения. До свидания.